Последовательные реформы в системе вооруженных сил сегодня приносят свои результаты. Очередным достижением наших военнослужащих стало участие на международных армейских соревнованиях «Саянский марш», в которых наша команда участвовала впервые и заняла почетное 3-е место. Первый и единственный зимний конкурс армии в этом году стал первым испытанием на профессионализм военнослужащих из Узбекистана, для которых дебют оказался успешным. В составе нашей команды профессиональные бойцы горной подготовки. Красноярский край встретил участников с сибирскими морозами в условиях высокогорья. Так что сразу по прибытию акклиматизация в первую очередь. Затем усиленные тренировки на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». Слова напутствия и пожелания выступить успешно адресованы командам участницам на церемонии открытия, состоявшейся по традиции торжественно с поднятием флага армейских международных игр. Следующий пункт программы сразу после официальной церемонии – знакомство с традициями, культурой и искусством местного населения в Доме дружбы. Далее с боевым настроем и спортивным настроением. Готовность покорять вершины и демонстрировать знания науки побеждать в горах. Соревнование, в котором 8 команд из 7 стран боролись за победу, включало 2 этапа и проходило в течение 2 дней в нелегких условиях. Правила одинаковы для всех. Наши военнослужащие успешно преодолели все этапы, в том числе подъемы и спуски по склонам с использованием горного и альпинистского снаряжения. Ориентирование и разведка местности, метание гранат и стрельба в горах. Эвакуация и транспортировка условно пострадавшего в условиях гор. Протяженность всего маршрута с препятствиями составила 50 километров. В первый день участники преодолели 25-километровый рубеж. И несмотря на то, что представители нашей страны впервые участвовали в таких сложных климатических условиях, без ошибок сумели пройти всю 50-километровую дистанцию, набрав высокие баллы. В ходе соревнования мы сделали все возможное, чтобы справиться с задачей и выполнить все нормативы в сложных горных условиях. Мы достигли отличных результатов, улучшили свой опыт. В будущем, с учетом полученного опыта, добьемся лучших показателей. Команда «Узбекистан» задачи выполняли уверенно и достойно заняли 3-е место. Команда все-таки дислоцируется в южном регионе, а конкурс все-таки зимний. Индивидуальное мастерство и слаженность наших военнослужащих позволили занять почетное 3-е место после российской и китайской команд. Так что первые медали и призы с «Арми-2021» уже неплохой почин в копилке наград предстоящих армейских состязаний.